Ну, огромное удовольствие, прежде всего, что началось. И хороший спарринг, и рух. Приличная команда, которая заслуживает даже по своей самоотдаче, может, чего-то еще не хватает, играть уже в премьер-лиге, я так понимаю, что они этого хотят. Но мне игра, первая игра, учитывая, что команды не готовы, это понятно, и готовы на процентов, наверное, даже меньше, чем 50. Футбол начался, это самое главное. Это самый главный вывод, который мы можем сделать после сегодняшней игры. Я вам скажу, что молодец президент Козловский. Он очень много делает, инфраструктуру я много видел и слышал, и приеду, посмотрю, вот он меня пригласил. Огромное уважение, развивает футбол, и только мои аплодисменты.